От компании, прогоревшей в 90-е и распродавшей права на всех своих персонажей класса А. Фильм, основанный на аналоге завалявшегося металлолома и доказавший, что Марвел может создать франчайз вокруг кого угодно, кроме Халка. Железный человек. Прикоснитесь к нехилому успеху, который Марвел обратили в формулу пострижки бабла. Находим наполовину забытого супергероя второго эшелона, на роль зовем незнаменитого или забытого актера второго эшелона, сталкиваем его с плоским злодеем, которого хватает на один фильм, влюбляем в банально сильную женщину, пишем для него тонну ехидных пояснений, уничтожаем общественную собственность, запихиваем куда-нибудь Стэна Ли, гуляем голубым лучом в небо, готовим место для Мстителей и заставляем терпеть титры с 500 авторов спецэффектов ради нескольких бонусных секунд. Я пришел, чтобы поговорить с вами о проекте Мстители. Эй, не чините то, что не сломано. Мистер Старк, вы стали частью куда большей вселенной. Вы выросли, любя Бэтмена, Человека-паука, Супермена. Супермена, теперь пришла пара героя, рядом с которым они выглядят сущими задротами. Знакомьтесь, Тони Старк, оружейник, вечно тусящий, словно Роберт Дауни-младший. Идеальная комбо актера и роли. Она дала ему 7 лет сколачивать состояние, делая вид, что он пялится на экран, делая вид, что он забавляется с голограммами, иногда что-нибудь озвучивая, и ведет себя как в жизни, пока не услышит «снято». Отличная работа, если повезет такую найти. Полейте за героя, чья сила в его уме, а не магическом молотке. Пока Тони срет технологиями с той же скоростью, с какой мы высираем завтраки, скажем, это оружие, которое использовали против него. Это оружие, которое использовали против него. У вас полно моего оружия. Это оружие, которое использовали против него. Помнишь это, да? Это оружие, которое использовали против него. Тони Старк смог создать его в пещере. Это чудо-технология, которая становится оружием, которое использовали против него. И само собой, Альтрон. Серьезно, Тони, сделай миру одолжение, кончай работать. Пытаясь избавить мир от вооружения, ты создал сильнейшее оружие. Еще раз смотрите шедевр Марвел, с которого все началось. Фильм, без которого не было бы киновселенной Марвел. Ни Мстителей, ни Стражей, ни другой войны. И Голливуд столкнулся бы с ужасной ситуевиной. Им пришлось бы придумывать что-то свое. В главных ролях Брюс Уэйн, мисс Мани Пеппер, Обадая Вен. Терренс, отказавшийся сниматься за такую же зарплату в сиквелах, обязательное Станео и Железный Гигант. Человек Марвел. Где он? Вау, наверное, единственный случай в истории, когда кто-то выглядел круто, приехав на Сегвее.